Благодарю вас, господин министр. Я считаю, что вы сделали достаточно хороший обзор тех вопросов, которые стоят на нашей совместной повестке дня. Мы действительно не можем назвать удовлетворительным положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Мы переживаем, искренне переживаем за все происходящее. Нас с арабским миром связывают проверенные временем дружественные отношения. И, безусловно, все, что происходит в этом регионе, нам не безразлично. Это касается как длительных, продолжающихся многие десятилетия хронических так называемых конфликтов, это касается и происходящих в странах региона процессов перемен. Мы с самого начала приветствовали стремление народов арабских государств к лучшей жизни, расширению гражданских прав и свобод, преобразованию в социально-экономической сфере и уважаем демократическое волеизъявление народов ближневосточных государств, открыто для взаимодействия со всеми конструктивными политическими силами. Мы в целом заинтересованы в том, чтобы обновленный, демократический и устремленный в будущее регион Ближнего Востока и Севера Африки играл активную, позитивную роль на мировой арене. Безусловно, процессы перемен сопровождаются рядом моментов, которые и у нас, и у вас вызывают озабоченность. Речь идет о появлении новых угроз в системе региональной безопасности, о возникновении очагов вооруженных конфликтов, росте экстремистских настроений, терроризма, о неконтролируемом расползании вооружений, инфильтрации боевиков в различные страны. И убежден, что противодействовать этим вызовам можно только путем согласованных коллективных усилий мирового сообщества, которое должно поддерживать подходы, вырабатываемые на коллективной совместной основе в рамках Лиги арабских государств. Считаем, что Лига призвана играть центральную роль в определении путей урегулирования тех конфликтов, которые в арабском мире происходят. И, безусловно, в фокусе таких усилий должно быть содействие разрешению внутригосударственных конфликтов с целью прекратить насилие и создать условия для широкого инклюзивного диалога с участием всех национальных политических групп при обеспечении прав этнических, конфессиональных меньшинств и, конечно же, воздерживаться, как вы сказали, господин министр, от внешнего вмешательства без четко сформулированного мандата Совета Безопасности ООН. Россия к такой работе готова, как в качестве постоянного члена Совета Безопасности, в качестве участника четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию, так, собственно, и по двусторонним каналам в рамках наших отношений со всеми, с каждой из арабских стран. Вы особое внимание уделили нетерпимой ситуации на палестино-израильском треке. Мы с этим согласны и последовательно выступаем в пользу серьезной интенсификации усилий, причем не только квартета, но и Лиги арабских государств последовательно предлагаем, чтобы квартет и Лига действовали совместно. Рассчитываем сегодня подробно об этом обсудить. Я знаю, мой друг Набиль Аль-Араби много над этим размышляет, и мы очень заинтересованы подробно ознакомиться с вашими взглядами. Что касается сирийского конфликта, то можно сделать вывод, что ставка на его силовое решение с какой-либо стороны не работает и все больше и больше пробивает дорогу понимания необходимости начала диалога, о чем вы сказали, господин министр. Мы это не только поддерживаем, но и всячески способствуем созданию условий для того, чтобы такой диалог начался поскорее, без предварительных условий, на основе тех договоренностей, которые зафиксированы в Женевском коммюнике и которые продвигает специальный представитель вашей лиги и ООН Лахдар Брахими. Мы также солидарны с вами в том, что касается необходимости не допустить предания забвению решений о созыве конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, и будем твердо добиваться того, чтобы эти решения выполнялись. Ну и в заключение хочу полностью с вами согласиться. Наше взаимодействие не ограничивается только внешнеполитической сферой. Мы сегодня рассмотрим проекты, которые могут
реально содействовать развитию российско-арабского сотрудничества в торговой, экономической, культурной, научной и иных сферах. И у нас очень обширная повестка дня, поэтому давайте приступим к работе. Поблагодарим наших журналистов.